Холодец из курицы с индейкой – один из моих самых любимых. Блюдо не только чрезвычайно вкусное, но и диетическое. Нежное мясо в желе из нежирного бульона отлично подойдет к столу в будни и праздники. Холодец из курицы с индейкой готовится просто. Мясо индейки, как правило, не очень жирное. Куриные окорочка я очищаю от жирной шкурки перед тем, как варю. Поэтому бульон получается прозрачным, как слеза, а холодец после застывания не покрывается слоем белого жира. Попробуйте, очень вкусно. Из указанного количества ингредиентов получается 4 тарелки холодца. Куриные окорочка 700 грамм. Плечо индейки, рекомендуем, 400 грамм. Вода, 2,5 литра. Желатин, 20 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 1 штука. Чеснок, 3-4 зубчиков. Лавровый лист, 2 штуки. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций 12-14. Подготовьте все ингредиенты для приготовления холодца. Тщательно помойте мясо индейки и курицы. Выложите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на плиту. Доведите до кипения содержимое кастрюли. Огонь убавьте до минимума, снимите пену. Выложите очищенную луковицу и морковь. Варите курицу с индейкой на самом минимальном огне 3-3,5 часа до готовности. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте лавровый лист и через 10 минут выключайте. Отварное мясо достаньте из кастрюли, а бульон процедите. Желатин замочите в холодной кипяченой воде на 10-15 минут. После выложите в горячий бульон и перемешайте до полного растворения. Отварную курицу с индейкой обработайте, удаляя кости и шкурку. Должно остаться только мясо. Нарежьте его и разложите по тарелкам. В каждую тарелку добавьте измельченный чеснок и залейте мясо бульоном. Отправьте в холодильник до полного застывания. Холодец из курицы и индейки готов. Подавайте к столу с хреном и горчицей.